И вновь об Олимпиаде. И посвящают школьные уроки, различные соревнования и культурные мероприятия. В Чебоксарах в Национальном музее открылась персональная фотовыставка Валерия Железнякова «Стадион». Тоже в поддержку олимпийского движения. Выставка «Стадион» посвящена Олимпиаде в Сочи. Здесь представлена серия работ авторского проекта «Модификация увиденного». Над ним Валерий Железняков работает с 2005 года. Объездил практически весь мир. Участвовал во многих отечественных и международных выставках. «Дистанция», «Встреча», «Кубок мира» – это серия работ, представленные в музее. Здесь фотографии с чемпионата России по спортивной ходьбе 2009 года, лыжни России и других спортивных мероприятий. Эта выставка, она посвящена спортивному духу, то есть внутреннему состоянию спортсмена. То есть вот спортсмен, который, несмотря ни на что, несмотря на какие-то невзгоды, несмотря ни на погоду или еще что-то, или несмотря на какую-то травму, он практически ведет борьбу не только вот как бы за выживание, а за победу. Это самое главное. Для того, чтобы снять какой-то 1-2 кадра, нужно бежать вперед спортсмену, так сказать. Вот это смешно самое. Валерий Железняков увлекся творческой фотографией в начале 80-х. Тогда приходилось снимать на пленку, быстро проявлять, печатать и все это делать своими руками. Работа в газете требовала оперативности. Валерий Александрович долгое время трудился в газете «Советская Чувашия», работал в столице, «Молодежном курьере», сотрудничал с изданиями «Грани» и «Советский спорт». В век цифровых технологий появилась неограниченная возможность заниматься любимым делом, говорит автор. На открытии выставки его коллеги, друзья, единомышленники. Это должно явиться продолжением развития генеральной идеи создания музея фотографии в Чебоксарах. Потому что город пока не создал музей города, но фотография – это тот уникальный документ, который отражает историю всего. Может быть, министр культуры сегодняшний, которому передана функция ведения туристического развития туризма, да, въездного, внутрироссийского, а в большей степени министерство наше озаботится тем, что в той замечательной плеяде чебоксарских музеев, которые стоят и в этой зоне, и не в этой зоне, а вообще в Чебоксарах, да, возникнет в том числе и музей фотографии, и, я говорю, музей фотографии и чувашского кино. Все, что связано с фотографией, все, что не нужно, да, не надо выбрасывать. Лучше это отдать, и специалисты проверят. Да? И таким образом это будет маленькая лепта каждого жителя Чувашии вот в создании той жемчужины. Выставка спортивной фотографии в Национальном музее продлится гораздо дольше Олимпийских игр. Поэтому можно и за Россию поболеть, и фотографиями полюбоваться. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.